2023 год для нас является знаковым. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось открытие летней педагогической школы, в которой примут участие около 50 студентов из разных уголков России. На церемонии открытия, которая состоялась 15 августа, участников форума поприветствовала директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон, пожелав ребятам плодотворной работы и хорошего отдыха. Важно отметить, что основная программа будет проходить на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник». Я очень бы хотела, чтобы наши российские школы получили через какое-то время таких красивых, молодых, интересных, задорных учителей. Вас очень ждут. Еще раз благодарю. Очень хочу, чтобы пребывание в нашем институте было очень интересным, познавательным. Подружитесь обязательно надолго. Спасибо. История проекта «Летняя педагогическая школа» берет свое начало в 2015 году. С тех пор будущие учителя студентов университетов и колледжей педагогической направленности ежегодно приезжают в Елабугу, чтобы обменяться друг с другом опытом, новыми идеями и получить ценные наставления от опытных специалистов в сфере педагогики. В 2023 году проведение летней педагогической школы было поддержано фондом «Росмолодежь», обеспечившим грантовые средства. Кто-то приехал к нам из СПО, кто-то приехал к нам уже из университетов. И для всех них это будет замечательной возможностью обменяться опытом, познакомиться с другими людьми этой же профессии, а также получить новые знания и узнать о тех навыках, которые необходимы учителю будущего. Вообще интересно поработать и с другими ребятами, которые приехали тоже сюда из разных городов России, из разных регионов. Думаю, то, что я получу очень много впечатлений от этой поездки, вообще от всего этого мероприятия. Отметив, что нынешний форум имеет символическое значение для всех учителей, ведь он объявлен в России годом педагога и наставника. Кроме того, в этом году исполняется 200 лет со дня рождения основателя российской научной педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Летняя педагогическая школа продлится до 17 августа. Амир Ахтямов, Айдар Нурмиев, Универньюз.